Добрый вечер, дорогие друзья. Вот это видео я хочу записать о любимых людях. Иногда бывают любимые люди начинают ссориться. И во время ссоры происходят такие моменты. Любимые люди начинают повышать друг на друга голос. Почему это происходит? И каждый из них хочет доказать свою правоту. В то время, когда они повышают голос, их сердца отдаляются все дальше и дальше. Те любимые люди, которые любят друг друга очень давно, подчас говорят негромко. Те люди, которые любят очень долго, очень-очень долго, я причем акцентирую на этом, они просто шепчутся, и их сердца начинают находиться ближе друг к другу. Те люди, которые любят и поглотили этой любовью себя полностью, как правило, смотрят друг на друга и понимают друг друга с помощью взглядов. Я хочу некоторые комментарии еще к этому и свои мысли приложить к этому видео. Вы, может быть, помните фильм «17 мгновений весны», когда Штирлиц встречался со своей женой. Им нельзя было говорить, они смотрели друг на друга. И это исторический факт, от которого уже просто не открестишься. Я думаю, что эти люди очень сильно любили друг друга и уже давно поглотили. К тому же там еще была такая вводная, что говорить друг с другом было нельзя. Либо они просто бы предали друг друга. Поэтому пришлось общаться взглядами. А здесь еще некоторые есть вещи материального плана. Мысль и взгляды порой настолько материальны, что люди находят понимание просто во взгляде. В взгляде любимого человека. Это некоторые мои такие комментарии тому, как любимые люди любят друг друга. Истинно любят. Те, которые люди себя истинно любят, они просто друг на друга смотрят. Даже не говоря ничего друг другу. А тем более, Боже упаси, повышая друг на друга голос. Поэтому, дорогие друзья, я желаю всем вам, ну теперь уже пользуясь случаем в новом году, не повышать друг на друга голос, не кричать и не орать друг на друга, а истинно любить друг друга. Иногда шепотом общаясь, иногда просто глядя друг на друга. Дорогие друзья, желаю всего самого наилучшего, здоровья, счастья и, как всегда, кавказского долголетия. Кому понравилось это видео, ставьте лайки и не забывайте о больших просмотрах этого видео. Здоровья, подписывайтесь на мой канал, любите друг друга. Всего вам доброго.